Привет, это Smart. Хочу вам показать сегодня классные наклейки для Гольфа 7 на пороге. То есть, если у вас есть Гольф 7 и есть пассажирки с длинными каблуками, для того, чтобы они не царапали вам пороги, вам просто необходима вот такая вещь. Это наклейки, я сейчас покажу, как они выглядят. Вот они в такой коробке поставляются. Сделаны они в Австрии. Сделаны качественно. В комплекте сами вот эти наклейки. Пакетики с обезжиривателем, пакетик с такой какой-то мыльной, с мыльным концентратом, который надо в воде разводить, и скребок для того, чтобы выдавливать воздух, когда вы разглаживаете. Вот, сами наклейки выглядят вот так. Их здесь идет две штуки для левой стороны и для правой стороны. Вот это на задний порог, это на передний. Вот получается две ступеньки, там порог идет, он так наклеивается на одной. На одном ребре будет вот такая серая полоска и на втором. Вот это спереди, это сзади. Ну и для правой части машины, соответственно, то же самое. Клеятся они на порог по принципу, как тонировка в машине. Вы наносите на поверхность мыльную жидкость, то есть вы вот с вот этого пакетика в воду выливаете этот вот мыльный концентрат, у вас получается мыльная жидкость. Здесь вот есть в комплекте инструкция на двух страничках, вот там, из 31 пункта. Как комиксы, все расписано, разрисовано. Как это делать? Делается элементарно. По такому принципу вы клеите эти наклейки, они будут служить столько, сколько будет служить ваша машина. Оригинальный аксессуар, очень качественный и очень долговечный. Покупайте, есть наличие.